На поздравительных карточках Дед Мороз, сказочные зверушки, заснеженные ели и подарки. Новогодняя открытка была и остается неотъемлемой частью зимних праздников. Начиная с дореволюционного времени, люди дарили друг другу разрисованные картонные вкладыши, подписывая их самыми теплыми пожеланиями для адресатов. Прекрасное зимнее настроение, чувствуется Новый год, чувствуется о том, что люди здесь очень сильно постарались. И, конечно, мы очень рады видеть работы разных художников в этом зале. Жители, приходя сюда, получают огромное наслаждение. Среди экспонатов на выставке не только открытки. Здесь картины и даже предметы советского быта. Благодаря такому подходу организаторам удалось погрузить зрителя в предновогоднюю атмосферу прошлого. Мне кажется, выставка получилась. Я сама еще не успела все посмотреть. Но мне кажется, вот такой формат для этого зала, для этого музея, музейно-выставочного комплекса, он очень интересен. Потому что действительно жители нашего города смогут увидеть художников не только химкинских, но и тех, которые живут в других городах Московской области. Выставку в «Артишоке» открыли при поддержке городского отделения Союза художников Подмосковья. Посетить ее можно будет до середины января. Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости. Химки ТВ.